Самолет ВВС Филиппин разбился сегодня в районе архипелага Сулу. Военный самолет потерпел крушение при попытке сесть на остров Хола на юго-западе Филиппин. На борту воздушного судна находилось не менее 85 человек. В ходе операции уже спасены жизни 40. 15 человек удалось вызволить из горящего самолета. Спасательные работы на месте крушения продолжаются.